Цифры статистики говорят, что заболеваемость COVID-19 в России удалось взять под контроль. Возможно, свою роль в этом сыграла массовая вакцинация. Сегодня в России прививают 3 видами вакцин. Второй также проходит активная прививочная кампания. Давайте узнаем, как к ней относятся горожане. Положительно, я рада. Сделала давно уже прививку. Все хорошо прошло. Буду прививаться. Будете прививаться? Обязательно. А для чего вам это, скажите? Для чего нужно прививаться? Для чего нужно прививаться, чтобы не заболеть ковидом? Я не знаю, кто как, но я пока не хочу. Вы знаете, это дело личное, только личное. У людей бывает аллергия на какие-то препараты, поэтому это выбрано большинство, в общем-то, советуют, врачи советуют. Я думаю, что да, потому что это все-таки профилактика, либо меры, которые помогут оградить распространение данной инфекции. Есть люди переболевшие, есть люди не переболевшие. Да? Ну, переболевшие, даже я считаю, что через полгода надо прививаться. Ну, защита есть защита. Нам говорят про пресловутый коллективный иммунитет, но это на самом деле пока этому вирусу не станет неуютно среди людей, этот вирус будет процветать. А для того, чтобы ему стало неуютно, должен быть коллективный иммунитет. Это же азбука прописная, поэтому... Вот так. Бабушка у нас сегодня орденоносец.